Я вычитал, как это делается. Для этого нужен был черный мешочек, для этого фокус. Пришел домой, нашел какое-то мамино платье черного цвета, разрезал и сшил вот такой вот мешочек. Когда я показал ей фокус, она была страшно удивлена, особенно не может до сих пор понять, куда делать черное платье. Но вернемся к мистерии черного мешочка. Анечка, вы знаете, почему именно так называется этот фокус? Даже не догадываетесь? Потому что это абсолютно черный мешочек. Он черный снаружи, он черный внутри, он везде черный. Будьте добры, загляните туда, там есть что-нибудь? Ничего нет. Опустите туда руку. Там есть что-нибудь? Нет. Дело в том, что вы дважды проверяли мешочек. Вы заглядывали туда, опускали руку, и вы дважды не замечали, внимание, что внутри мешочка яйцо. Самое настоящее куриное яйцо. Вас это не впечатляет. А маме понравилось, да. Ну хорошо. Дело в том, что если предмет может появиться, то, естественно, он может исчезнуть, правда? В этом же мешочке. И сейчас это яйцо исчезнет на счет три. Прямо на ваших глазах. Я его помещаю внутрь мешочка. Анечка, проверьте, вот так сверху, оно здесь еще? Да, есть? Вы верите, Аня? Отлично. Итак, внимание, яйцо исчезает на счет три. Один, два, три. Оно исчезло. Нет, я... Если кто-то догадался, где яйцо, поднимите вверх левую руку. Итак, яйцо исчезло. Оно растворилось в этих бездонных недрах этого мешка. Его нет снаружи, его нет изнутри, его нигде нет. Я вас услышал. Я запишу это. Анечка, поставьте вот так вот, пожалуйста, руку правую. Да. Одену. Есть ли там что-нибудь внутри? Ничего нет, да? Берите заодно и выворачивайте его наизнанку. Выворачивайте. Отлично. На самом деле, это яйцо все время находилось прямо перед вашими глазами. В воздухе. Вот здесь. Нет. Вот здесь. Нет. Вот здесь. Вот. Вы его можете взять из воздуха, подбросить, и я его поймаю в мешок. Вот, стоп. Вот здесь. Так, оп. Берите. Так. Приблизительно. Переворачивайте. Подбрасывайте. Опускайте руку. Опускайте, опускайте. Осторожно, здесь ступеньки. Дорогу домой найдете? Спасибо большое.